Ой, ну я точно этот, всё, почтальон. Садись. Еще можно очки снять, а то скажут, ну ладно. Ребята, кажется, первое дело серьезное сейчас будет. Это будет проверка, то есть смогу я или нет. Здорово, братан. Че, как у тебя дела? Видимо, у тебя как? Да тоже все заебись. Сегодня вот хорошо. Че, у тебя прикидик? Это на дело. Мы на дело едем сейчас. Да я в курсе, в курсе. Ну я всегда готов. Как говорится. Это пиздец, я тебе сразу говорю, это далеко не то, о чем ты думаешь. Не какие-то, ну, вот дефолтники вот эти вот. То есть там вообще очень жестко будет. Ну там обещают, отжать, там обещают большие деньги за это. Поэтому деньги, я буду стараться. Не просто большие, деньги огромные будут. Ну я вот себе думаю гелик взять, потому что остальные мне не нравятся. Они как-то слишком то ли быстрые, то ли там неповоротливые. Вот гелик прям подходит под мой стиль вождения. Ну, вот если все как надо пройдет, на геликсе заработаешь. Наверное, не представляешь, насколько. Блин, я просто даже не понимаю, что мы там поем делать. Ну, может быть, какого-то лоха кинем там на баб. Лоха, братан, это не лох. Под нас начали копать, если так скажу. И очень серьезно. Я тебе одно скажу. Однажды ты этого человека уже искал. А, искал. А, понял. Нифига себе. И что мы с ним будем делать? Это же супер опасно. Нас могут посадить за это лет на 100. Нас могут посадить. Это, братан, это... Это все вообще. Я очень волнуюсь, не понимаю, насколько. Сейчас, подожди, он там этот смоет с лица свою гуашь вот эту вот. А почему мы не берем с собой автоматы, почему только ножи? Братан, тут надо. Тут надо действовать по-тихому. А, ты понял. Же сам понимаешь. А в дальнейшем это же. Ну, нас найдут потом. Нас. Неважно, это уже все, предусмотрено. Все, да, мы еще в операцию сделаем пластическую. Бля, я не знаю, я очень волнуюсь, клянусь. Ты думаешь, его в курс дела не надо поставить, что я как, чтобы, ну, все гладко? Не, лучше расскажите, что делать, а то я обосрусь потом, приедем и все. Там вообще обсираться нельзя, я тебе так скажу. Если ты обосрешься, это все. Все предусмотрено, я реально не знаю, что сейчас будет. Если вы думаете, что, типа, мы там все спланировали, то я вообще не в курсе, ребят. Нам надо, короче, слышишь, Серег, ты тут? Ага, здесь. И мы сейчас поедем покупать, ну, волыны. Очень серьезные. Ты таких не видел. Ты таких не держал. Это не, новая ракетницу, модель вообще. Ракетницу. Это эксклюзив. Это эксклюзив, ты понимаешь? Ага, понял, понял. Ребята очень заряженные. Ну, с ними, ну, надо поаккуратней, их задобрить. Да, с ними очень аккуратно надо общаться. И этим будешь заниматься. Как в прошлый раз? Как в прошлый раз, когда тебя похищали, так общаться не стоит. Там, ну, с тобой разговаривать особо не стоит. А, сразу убьют, я понял. Буду скромнее себя вести. Да, надо поскромнее. И к ним еще понял? Ну, подход свойский такой нужен. Бля, я походу реально заболел. Чувствую, сейчас начинается вот эта херня, типа. Нос закладывает. Серега, ты тут вообще? Я не я знаю, здесь, ну, я мы здесь. Тебе такое задание доверяем, ты молчишь сидишь, я начинаю... Так я в шоке просто, я ну, проснулся, я думал, сейчас поедем на пляж, там, девочек клеить, потом там, да, кому-нибудь там... девочки, ты признаешь, что ты, когда у тебя будет свой гелик, вот тогда будет. Уже, ну, тогда... А тут такое дело, я просто в шоке, ребят, я не знаю, что сказать. Сейчас, мужики, подождите, сейчас я даже не знаю, что там вообще нас ждет, я на таком деле ни разу не был. Арбузика съел, слышишь? Не арбуз тут, походу, это простыл. Продуло кондиционером. Ну, а у меня понял, как было? У меня была такая хуйня, ну, типа, понял. Арбуза дешевого похавал, я, ну, до сих пор сру, я вот боюсь. А, нормальная тема. У меня тоже такое было. Всю жизнь элитный, бля, ел за 100 рублей за килограмм, нахуй. А тут, блядь, реально съешь какой-нибудь дешевый, сразу, блядь, польется из жопы. Такое бывает. Здесь на всякий случай. Здесь маски оденьте на всякий. Оденьте маски. Серега, я надеюсь, у тебя с собой маска? У меня всегда с собой. Серега. У меня 3 штуки. Хорош. Я все ношу с собой. Маска есть у тебя? А, ну все, вижу. Все есть. Машина, Терсин. Ой! Пора! Куда идешь? Не Терсин, Гардашин, не Нирсен. Ну олду сене, ну олду. Алейкум салам, мужик. Сейчас... О, алейкум ассалам. Серега, объясни человеку, что нужно тебе. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Нам автоматы нужны. И ракетница. Понял. Документы покажите. Сейчас. Алло, братан, тут, короче, подъехали, спрашивают, ты там не продаешь туда-сюда? Все понял, братан. Давай. Еще раз документы покажи.
Да, Кумин. Головач Лена. Ну меня Сережа зовут. Меня зовут Сережа, это неправильно. Сережа. Ну погнали, пошлите, братва. Эй, братва, обгонять не надо, я тут веду. Спасибо, брат, спасибо. Серега, чуть скорость сбавь, нам надо с переговорить. Короче, подходишь к ним и сразу, вот ты с ним видишь, прокатило, ты говоришь, оружие там то все, вот им так же, ага. Скажешь, продай мне оружие, понял, стволы мне продай. Ага, понял. Они могут не продать, что ли? Они сегодня... Ну, посмотрим, что они скажут. Ага. Всякое, ты знаешь, что там всякое может быть, я не знаю. А у тебя деньги есть с собой? У меня просто нету. Есть, все есть, все нормально. Сам знаешь. Вон, видите, вон они стоят, вон там, на чебуреке. Ага. Давайте, проходим. Проходим, Серег, давайте. Иди, давай. Первый, Серег. Здорово. Здрасте. Мы это, за автоматами пришли, нам автоматы нужны, ракетницы. Зачем? Ну как зачем? Нужно просто. Хотели это купить у вас. Нужно. Стой, сейчас, Серег, стой, сейчас. Здрасте. Здорово. Нам бы автоматы купить и ракетницу. Иди нахуй, какой автомат, блядь. Ну а чё, сказали, что продают здесь автоматы, ракетницу? Кто сказал? Вообще, ух ты, зачем вот такое? Все говорят, все говорят. Посмотри, короче, я сказал, Бог сказал, короче, я чуть-чуть по-русски, короче, говорят, короче, да. Ага. Я по-грузински разговор, короче, да, мой друг, короче, объяснить за меня, понимаешь? Ага, понял. Короче, раут халицы, да, из автоматики, на горгаму халев, дышем, я подарок. Слышь, ты я охуел, какие нахуй автоматы тебе надо? Чер, винчем, Михаил, хорометрия, хуазе, характер, мелапараке, битко. Что за хуй то, что к нам приперся, что-то автоматы, хуематы надо, что это, блядь? Ты кто вообще, кто тебя подослал, нахуй? Ну, мы люди уважаемые, как бы, не с улицы. Какой твой люди? Твои друзья, люди, может, короче, собаки, мусоры, короче, кто ты вообще, объясни меня, бля. Кто я? Ну, человек уважаемый, как бы, тоже хороший. Почему бы автоматы какой не хороший, продать? Я не вижу, короче, если, короче, твои, короче, друзья хорошие, я не знаю, короче, кто ты вообще, объясни меня. А сэ утхар, винчэ михали хару, вообще твой, кто короче, ты по масти, вообще, слышишь ты? Давай, стоят вот так, короче, дай разговор, давай, сейчас, стреляем, блядь. Сейчас, секунду. На корточки присел по факту. Так. Пообщаться с ним надо, пообщаться. Присядь, Серёга. Давай, брат. Сравняйся, Да подожди. Вася! Алло. Это кто, блядь? Ты спортсмен или кто, блядь? Чтобы вонять, брат. На корточки сядь, на корточки. На корточке, блядь, сравнялся по приказу, нахуй. Блядь, да где ты, нахуй? Слышишь? Алло, чучело. Уазген. Ты чё, долбоёб, тебя не учили? У меня не сгибаются ноги. У меня ноги не сгибаются. Перелом был. Ты пьян, блядь, или что? Я только вот так могу. У меня ноги перелом был. Короче, посмотри, короче. Эхай, трагаться с гетхуще. Халео, черка в сторону этой сервиса уброд. На мере ме уредку, а короче, румо дыхат, на мере равиц, желема ментура дамага и наукан, маги с дедом уду. А хуа зэхат, а латема уэрм тэв. Эй, лэхвар, маги рагат хута. Не, я не понимаю. Я не понимаю. Зачем сказал? Ага, значит не понимаешь, брат, не, я не понимаю. Ааа, это брат некрасивый, брат. Ты может, короче, звонять за мусором, да? Во, не понял, еще раз. Ты чё, зачем мусоров понял? Сюда ты не слышишь? Какие брат? Мусора? Какие мусора? Вы о чем? Мы похожи на тех, кто общается. Сейчас, подожди, видео. Шенеха ситхуаши чакчеритку, ага иге джирдеми тахме месмешту, да мере митхари ар месмешту. Шелеба рагаца как миертебулитку, ага иге да эсми, чуэни лапарак да, винчэ михалехар, вообще нормально, вот гейзует. Короче, мы тебя, получается, спалили на твои же ошибки. Сначала говоришь, ага, то, что ты понимаешь. Потом не понимаешь резко. Как так? Может быть, на тебе вообще жучки? Или хуй пойми, что еще? Да не-не-не, мужики, вы за Мусорского-то его не держите, он с Сашей Севером работал. Ну, тоже попроще. Кто это уважение такое? Мехина. Кто мужик. Это, Саша Север?
Это старший вор, да, Япония, короче, это человек, это, короче. Это питерский, питерский человек, уважаемый очень. Мы как короче, бы тоже раутра, люди непростые так. Здесь. Мы тоже непростые видишь, люди. Видишь, сколько людей, ну гада, как лапараки, как чё, ну вар факта, как мы лапараки, да, ну гада, как ушу алло сквара мезе, саубари, как сюда вин мезе, как авто не брать, так и лапарако, ту раме как са интересу, то ты ту раме как са лапарако, то раме, еще мы злят, и нам дэвэ лапарако, мы как сюда, как цепь асухи, мы с проблемами с гиарами, как сюда, ты тут чамокали, ты саунда, болос да, и мы зовем сау, как сюда, мотак, да, ту короче, блядь, мы тут сидим базарим, ты про какое пиво нам затираешь? Тебе что-то интересно, говори сразу. Мы пиво не пьем, нам автоматы. Автоматы нужны. Какие нафиг автоматы? Какие автоматы, блядь, ты охуели, блядь, а? На какое пиво? Зачем нам пиво? Пиво вообще давится, брат. А ты только что сам пиво говорил. Не, пиво не надо, вот автоматы бы взяли у вас хорошие какие-нибудь. Ты не надо, я хочу, давай, давай, ручек, покупаем пиво, блядь. Да нет короче, у меня пива. Короче, сбегаешь за пивом, придешь потом по базарим, слышишь? А чё, so, сколько брат. Купить, какое хотите? Короче, за это 2-5, короче, штук, давай. Сейчас, мужики, okay. Подожди, подожди, Серёг, подойди. Ну ты тоже, ебать, как шнырь за пивом побежишь или чё, но ты тоже характер покажи им. Ну, ну а чё делать, они по-другому покажи, продают. Кажи, стволы нужны, калаши, карабины, нахуй, на 7,62, блядь. Да им похуй, он говорит, блядь. Пиво хочу, блядь, я не количество знаю. И цену, всё, нахуй, но не хотят, нахуй, решим другим вопросом. Да ты начни с ним по-другому диалог, ты видишь, как он с тобой общается, ты с ним реально как, ну, ты как чмо общаешься с ним, ты нормально. Так я могу вообще его положить, вы просто сказали, что это серьезные ребята, они мне... Товар не да, люди-то серьезные, мы тоже не бедолаги, нахуй, слушай, давай, ну, подходи. И прям конкретно говори, калаши, карабины, что есть, количество, сумма, все вот это вот обсуждайте просто. Начинают бычить тоже нахуй, ну не мямлись. Все понял. Что это такое? Ты чё, бля? На колени бля, что это встаёшь? Такое? Сейчас, стой. Ты мужик, что ли? Слышь, короче, или дед, блядь, реально заебал. Давай, тащи автоматы, нахуй, покупаем у тебя. Какой заебала? С тобой здесь ты никакие давай, школьники давай, общаются. Давай, быстро пиво купить, блядь. Пиво, блядь. Давай сначала автоматы, потом пиво будет. Короче, он не слышу, короче, мой разговор, короче. Да если ты не слышу мой разговор, давай иди нахуй, брат. Блядь, понимаешь? Ну ты так не разговаривай такой, с нами. Блядь, брат, ты уже сказал, ты так не разговаривай пиво. С нами. Я пиво хочется, блядь, рот закрой, это я сказал, это не какие-то, блядь, школьники как-то нахуй. Как-то мужчина разговор, блядь. Женщина сама считается, иди нахуй, видео. Давай, тащи автоматы, тебе говорят, реально. Пока мы, блядь, не стали по-другому общаться. Я пиво хочешь. Пиво будет после автоматов, а тут напьешь, я... нахуй, забудешь. Перри, давай, перри, пиво. Короче, это дальше разговор зелаем, брат. Если ты не слышь, хочешь, вижу, иди вот нахуй. Сейчас, вот сейчас вы иное дело с ним делаете. Вот на те бабки, которые вам предоставят, пиво себе и возьмете. У нас времени мало. Короче, мы заплатим. Я, короче, пиво хочешь, бра. Даете автомат и купите себе коробку пиво. Смотри, как тебя звать? Ты ему скажи, он нас не поймает. Скажи, короче, короче, братуха, посмотри. Раутха, реха, и це, адекитко, адекита шебрунди, если тут итко. Повернись шебрунди на секунду, итко. Посередине которой. Шехет яха, раутха, решаем, бюджет, рак сгвазли. Ва, когда трак зебрунде бит, когда трак сгвачуя не биткода, шен райци, менте тан уарцаху, а когда трак зимья сацармицеп, ше калеву. Смотри сейчас за ситуацию, ты нам спиной сейчас повернулся, жопу свою показал, ага. Равно дал. Получается так? Кого дал? Дал жопу или нет? Нет. Серёг, не слышу. Я не слышал. Нет, какую жопу? Ты сказал повернуться? Нет. И что? Ну, повернуться, а ты что, шныр что ли? Я не пойму. Нет. За каждым словом будешь бегать. Откуда мне нахуй знать то, что ты сейчас к ментам не побежишь? Ну а зачем нам бежать? Мы какие люди серьезные. Какие менты, бежу? Я ж тебе объяснил, какие менты? Ты в нас мусорских видишь или что, блядь? Тоже не понимаю, а не я перегибайте, ебу, пацаны. Что ли? Вообще незнакомые нахуй. Меравец, я вас моцков билю выберу арак, чантаж, ям калеску. Так ты, ну ты, блядь, чем нахуй тут торгуешь? Апельсинами или оружием? Тебе задали вопрос, да, арбузы. Да, нет, нет, ну... Короче, тогда какой ты время ладно. Наше тянешь? Будет нахуй разговор или да, нет? Да слушай, мне кажется, у них разговор, автоматов нет. Смотри, это какие-то, да, блядь, на рынке нахуй. У них автоматов реально, блядь, арбузы. Нет. У них нету, блядь, автоматов. А есть, арбузы, да, сазам, чтобы... Покажи автоматы, у тебя нету. Сука, упал, быстро! Все, мужики, тише. Да, с интересом. Если, короче, ты купит, короче, пиво, разговор. На колени говорю, что это так? Ты блядь. Что делаешь? Встань. Колени. Взламывайте нахуй багажник, забираем.
и едем нахуй. Реально, блять. Надо было сразу так делать, блять. Мне этот дед сразу не понравился. Разум, скрывай багажник, слышишь? Я заебался уже, реально. Денег брать не захотели, значит, по-другому будет. Сережа, ты взяла? Все, багажник открыт, слышишь? Открыт багажник открыт. Сейчас я патроны не могу забрать, секунду. Парни, быстрее, быстрее, ну пошумели мы тут жестко, надо съебывать отсюда. Да, Сережа, быстрее, ну. Бля, заберите все, патроны, оружие, кто-нибудь, патроны. Я не могу сейчас их забрать. Сейчас я добью на всякий. Нет, давай лучше сзади. Блядь, давай быстрее, смотри, тут сколько народу.